Сейчас мы научимся из обычных геометрических фигур делать замысловатые фигуры. Нарисуем, например, у коровы новое пятно. Нарисуем кружочек черного цвета. Теперь выделим его с помощью кнопки Direct Selection. При таком выделении мы видим по краям нашего овала так называемые узловые точки. Если мы щелкнем по овалу, появятся касательные отрезки. Мы можем изменять длину этих отрезков, наклон. Изначально к одной узловой точке примыкают отрезки, лежащие на одной прямой. Но мы можем поменять угол, удерживая кнопку Alt. Если мы дважды щелкнем по узловой точке, она исчезнет. И если мы щелкнем в любой точке на контуре нашего объекта, появится новая узловая точка.